Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. На 80-м году ушел из жизни бывший заместитель главы службы внешней разведки РФ Виталий Маргелов, сын создателя воздушно-десантных войск, ВДВ, генерала армии Василия Маргелова. Он умер в Москве. Как сообщил его сын, член Совета Федерации Михаил Маргелов, причиной смерти стал коронавирус COVID-19. Перед тем Виталий Маргелов неделю был в реанимации, у него было обширное поражение легких. Виталий Васильевич Маргелов родился 1 декабря 1941 года. Сын командующего воздушно-десантными войсками СССР генерала Василия Маргелова. Виталий Маргелов служил в разведке с 1965 года. В 1980-х руководил 5-м отделом 1-го главного управления КГБ СССР. С 1997 Гуарджонмус по 2003 годы занимал пост заместителя директора службы внешней разведки Российской Федерации по оперативным вопросам. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!